Деятельность организации, управляющих жилищным фондом Тольятти, возьмут под народный контроль. Такое решение приняли на рабочем совещании общественного совета, созданного в Тольятти по инициативе главы региона. Председатель совета Владимир Владимирович Бок предложил провести серию публичных слушаний. Их задача выяснить, насколько жители Автограда довольны качеством жилищных услуг. Компания, деятельность которых признают неудовлетворительной, грозит отзыв лицензии. Далеко не все жители сегодня представляют, что они обладают достаточно серьезными правами, где они могли бы действительно влиять на работу управляющих компаний, где они могли бы в случае, будем говорить, неадекватной реакции тех же управляющих компаний и менять управляющих компаний. Сегодня существует достаточно серьезный и отработанный способ, который позволяет совершенно законно, будем говорить, менять управляющие компании. Члены общественного совета поддержали эту инициативу. Слушание, посвященное качеству жилищно-коммунального обслуживания, было решено начать уже со следующей недели. И стартуют они в центральном районе Тольятти, где проблемы ЖКХ, судя по обращениям граждан, стоят наиболее остро.